Ребята, мы с вами пережили воистину великое приключение. Испытали весь спектр эмоций, были влюблены, несколько раз находились на грани жизни и смерти. Уничтожили миллион врагов, включая короля дикой охоты и высшего вампира Детлофа. Мы даже переиграли великого Гюнтера Адима в его же игру и помогли нашей приемной дочери Цири победить Белый Хлад. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Как и закончилась история Геральта в рамках серии игр про Ведьмака. Привет, ковбой, с вами Войс Ребус, это просто канал об играх. У меня есть для вас две новости. Как полагается, хорошая и плохая. Начнем с хорошей. Я, наконец, добрался до New Game Plus. А это значит вновь испытать все переживания с Геральтом, но теперь с другой, злой и алчной стороны. Обзавестись самым лучшим доспехом, поэкспериментировать с навыками и собрать самый совершенный билд. Может быть, даже прийти к той концовке, которая положит конец приключениям Геральта. Хорошая новость радует. При всех этих словах у меня даже как-то потеплело в груди, и чай 15-летней выдержки тут совсем ни при чем. Но есть и плохая. New Game Plus не дает тех ощущений, которые я от нее ждал. К сожалению. Но давайте по порядку. Для тех, кто не знает, как попасть в New Game Plus, все просто. Необходимо сохраниться, лучше вручную и на отдельную ячейку, выйти в главное меню, кликнуть на начать новую игру и выбрать New Game Plus. И все, вперед по своим же стопам. Теперь о самом важном, о том, как переносятся вещи. Для тех, кто беспокоится, скажу, все вещи и в инвентаре, и в сундуке сохраняются. Исчезают только квестовые предметы, которые необходимы по заданию, и которые вы так и так получите в New Game Plus. Но, кстати, это касается не всех. Например, Крушина, квест по привлечению грифона в Белом Саду, у меня не пропала, так как она используется в дальнейшей игре и, по сути, не является прямо уж квестовым предметом. А встреча с травницей просто пропустилась. Кстати, не только она, многие вещи, связанные с обучением, тоже отключены, так как игра понимает, что вы уже готовы к серьезной игре и не планирует с вами в игрушки играть. Помимо квестовых предметов пропадают все схемы крафта, так как вместо них теперь будут выдаваться аналоги, более-менее соответствующие вашему уровню. Поэтому перед тем, как покинуть базовую игру, обязательно скрафтите все, что хотели. Броню, оружие, все необходимые ингредиенты. По большому счету, вы просто начинаете новую игру с сохранением инвентаря, навыков и повышением уровня всего, что вас окружает. Также советую приобрести и выставить все необходимые руны, так как торговцы, хоть и имеют на продаже более высокоуровневую броню, все остальное продают на манер обычной игры. И ни в Белом Саду, ни в Велине вы не найдете хороших рун на закуп, если вдруг решите сменить броню или оружие. Кстати, про волосы можете не беспокоиться. Я пошел на New Game Plus с прической и бородой из последнего видео про продажу Корво Бьянка. И очень боялся, что до Велина придется ходить в этом. Но нет. Геральт вновь был превращен в брутального ведьмака с длинными волосами, хвостом и небольшой щетиной. И обязательно перед отправкой в New Game Plus заберите все необходимое из своего поместья в Корво Бьянка. Ведь в следующий раз, когда вы доберетесь до него, он будет пуст. Ну, разве что труп рыцаря и обнаженный вампир будут слегка заполнять его пустоту. А теперь о грустном. New Game Plus немного не удовлетворяет ожидания, возложенные на него. Во-первых, нет никаких изменений. Даже в диалогах и маленького словечка, что это уже было или мы уже виделись. Я так ждал, что Гюнтер Адим в Белом Саду нам, ну, что-нибудь такое скажет. Но нет, я уже прошел весь Белый Сад и ничего нового не увидел. И ждать явно не стоит. А я надеялся, что будет что-то вроде New Game Plus в серии Соусов. Видимо, зря. Во-вторых, очень просто. Я не лучший игрок Ведьмака. Не знаю многих хитростей, не умею уворачиваться, более-менее выстроил себе билд, играя в режиме насмерть, а ощущение, что в лягушатнике на самой низкой сложности. Хотя противники и выше меня на 2-3 уровня, это вообще не чувствуется. Есть большое желание прямо сейчас пойти в Тусент и вкусить жопоболи. Ну вы посмотрите на этот бой с грифоном. А ведь он меня в обычной игре 3 раза убил, хотя сложность была не максимальной и уровень мобов не подгонялся под меня.
Сейчас ударит. Остается разве что вот так себя развлекать. Ладно, ребята, теперь вы знаете, как нужно идти на New Game Plus. На моем канале есть еще несколько видео с билдами и тестами отваров. Так что советую ознакомиться с ними, чтобы быть во всеоружии при переходе на New Game Plus. Всем спасибо за внимание, видео заслужило лайк, а я подписку на канал. Впереди будет несколько тестовых билдов, заточенных на определенные ветки, например, бомбер, арбалетчик, пиромант и так далее. Не пропустите. А на этом все, увидимся в следующем видео и всем на этом пока-пока.